Ребят, всем привет, Мухта на связи. Хочу с вами поделиться таким небольшим моментом, который я сейчас увидел. Я думал, что в Америке так не практикуют такие вещи, как это практикуется в России, но это тоже практикуется. Я, по крайней мере, первый раз видел у нас вот здесь, чтобы моргали. То есть ехал навстречу Land Rover, вот, и он начал моргать. Я так посмотрел, удивился, думаю, блин. Вот, и перед ним ехал трак, ну, этот грузовик. Я подумал, одно из двух, либо он моргает, потому что трак на его пути, либо потому что кто-то стоит. Здесь понятное дело, что полицейские они взятку не берут, но тикеты они с удовольствием выписывают. Вот. Я ехал так, получается, в правом ряду. Вот видите, впереди меня машина ехала, да? Едет. Мини-купер. И еще с левого ряда две или три машины ехал. То есть получается, что я лично был закрыт. А у меня скорость где-то, ну, я, в принципе, ехал так же, как все ехали, поэтому тут, но все равно. Я, в общем, когда увидел, что стоит трупер, я все-таки немножко скорость сбросил. Вот. Но, в общем, ну, вот такая фишка была. То есть люди иногда тоже здесь моргают, когда видят, что трупер стоит, то есть машина полицейская. Так что надо будет, надо будет тоже моргать людям. Ну а там уже сообразят, не сообразят. Может быть, это кто-то выходец из России был. Не знаю. Может, он вообще моргал, потому что впереди трак не выехал и по левой полосе. То есть бывают такие моменты, когда два трака едут по правой и по левой полосе. И когда легковушка хочет обогнать трак с левой полосы, то не может этого сделать из-за того, что там трак едет. Но сейчас 58, такая погода хорошая. Надеюсь, и день сегодня будет суперский, сегодня тем более пятница. Хотел сказать, пятница 13, нет, пятница 18. Я, честно, конечно, сам не верю во все эти пятницы 13. Мне как-то абсолютно все равно эти числа. Да и на кошек тоже. Пробежит белая кошка, черная кошка. Мне кажется, это все так. Человек сам себя программирует. Если, то есть, если черная кошка пробежала, то человек, получается, сам себя программирует на то, что будет какое-то, что-то плохое будет. Это на самом деле все это ерунда. Если человек настроен на позитив, то хоть 10 кошек пробеги, позитив, он останется позитивом. Ладно, едем.